Я думаю, что правы те, кто видит в этом все-таки движение в сторону демократизации. И прекращение монопольного положения одной партии в политической системе само по себе уже должно приветствоваться. Какие дополнительные реформы нужны, какие еще изменения надо внести в Конституцию, это не вопрос для внешних игроков. Есть ли какие-то конкретные уже результаты развития экономических? Все политические силы, как правительство, так и оппозиция, получили сигналы извне, что мы хотим усадить их всех за один переговорный стол, чтобы они сами определяли судьбу своей страны. Безусловно, для этого необходимо сначала прекратить насилие, которое продолжается в ряде районов Сирии, в том числе в некоторых кварталах города Хомса. Прошедший в Дамаске референдум по новой конституции, не считаете ли, что